Добрый день, коллеги. Меня зовут Даниил Подольский. Я CTO компании Git & Sky. Ну, если быть честным, то я экс-CTO компании Git & Sky. Но, тем не менее, доклад сделан на материале, который я получил во время работы в компании Git & Sky. Соответственно, буду себя продолжать называть ее техническим директором. Руковожу распределенной разработкой эксплуатацией уже 5 лет. Удаленно, как инженер, я работаю уже 15 лет, как аутсорсер 10. То есть вот эту вот тему про распределенную команду инженеров знаю довольно подробно. Тема доклада – поддержание трудовой дисциплины в географически распределенной команде инженеров. Определение, которое вы видите на экране, это определение, взятое из первой же ссылки, которую Google выдает по словосочетанию «трудовая дисциплина». Это определение чрезвычайно удобно для моего доклада, поэтому я прямо вот его и взял. Зачитывать я его не буду. Подчеркну, что в этом определении упоминается, что работодатель обязан предпринимать усилия для того, чтобы его работники имели возможность соблюдать трудовую дисциплину. Соответственно, вот про эти усилия, которые мы как работодатель предпринимали для того, чтобы инженер мог соблюдать трудовую дисциплину, собственно, про это мой доклад. Что такое трудовая дисциплина? According to определение, которое было на экране, которое я не стал зачитывать, это делать то, что сказано, это делать, когда сказано, то, что сказано, так, как положено, честно и добросовестно. Там в этом определении есть эти слова. К сожалению, если поглядеть внимательно на пункт «честно и добросовестно», окажется, что он конфликтует с первыми тремя. К сожалению, никакая должностная инструкция не описывает в достаточной полноте деятельность инженера, поэтому всякий раз, когда инженер выполняет свою задачу честно и добросовестно, он вынужден нарушать должностную инструкцию. Ну, с этим все мирятся, никто по этому поводу не нервничает. Важно, что трудовая дисциплина – это критически важная вещь для работников умственного труда, каковыми являются инженеры, потому что не проверить, что работа сделана, не проверить, что она сделана хорошо, не проверить, что сделана именно та работа, которая была поручена инженеру, мы на самом деле не можем. Он единственный, кто на самом деле знает, как обстоят дела. Поэтому вот эта самая трудовая дисциплина – это то, что без этого инженер профнепригоден. Так, есть традиционный способ обеспечить трудовую дисциплину. Какой? Собрать всех в одном помещении, снабдить всех инструкцией, следить за исполнением инструкций, плохих ругать, хороших хвалить, инструкцию по необходимости исправлять. Важно, что инструкции приходится такие исправлять по необходимости, то есть руководство дает инженеру обратную связь. По какому параметру она дает обратную связь? Вот очень смешно, что формально или неформально, но в коллективе, который сидит в одной комнате, трудовая дисциплина выстраивается относительно одного единственного параметра – спокойствие руководителя. Если руководитель нервничает, то инженер очень ловко, как любой человек, ловит по мимике, по жестам, по интонации, по тембру голоса. Вот это вот он все понимает, что руководитель нервничает и делает что-то такое, чтобы руководитель нервничать перестал. Человек – существо социальное, поэтому по этому параметру трудовая дисциплина отстраивается мгновенно при личном общении. Почему это не работает для удаленщиков? Потому что нет личного общения в первую очередь, то есть само ничего не отстраивается. Все то, что про наши цели, задачи, про то, что мы хотим от наших работников – вот это все, что мы способны вербализовать, это и 10% информации, которую работник считывает с той же мимики тембра голоса, не несет в себе, к сожалению. Ну, вот именно на этом феномене, что в одном офисе они по параметру спокойствия руководителя выстраиваются мгновенно, а на удаленке не выстраиваются, и основан тот миф, что разработка в одном офисе, она более динамична, дает больше результата. Это возможно так, а возможно не так. Но в любом случае, когда у тебя инженеры сидят в одном офисе, ты существенно более спокоен. Ну,
к недостаткам этого одного офиса относится то, что оно выстраивается исключительно по твоему спокойствию. Если ты достаточно, то есть если твои бизнес-скиллы достаточно, чтобы ты нервничал, когда бизнесу плохо, и был спокоен, когда ему хорошо, все получится. Если наоборот, или если, например, ты холерик и все время нервничаешь, вот, то может, результат может тебя удивить. Значит, в случае с удаленщиком целевая функция, как я уже сказал, не спокойствие руководителя, а деньги. Ну, сам заказчик, клиент, руководитель, наниматель декларирует это как деньги. Типа, я вас нанимаю для того, чтобы эффективно тратить свои средства. Очень хорошо, да. Или увеличение прибыли, или уменьшение расходов, но в любом случае речь идет о деньгах. И для инженера-удаленщика это тоже так. Инженер-удаленщик... инженер-удаленщик тоже думает в первую очередь про деньги. Про что думает человек в офисе, ну, мы все знаем, про что он думает, как пойти пообедать. Правда. Это медицинский факт. Человек в офисе в основном думает о том, что он съест на обед. Да, ну, когда домой, это после обеда. Да. Значит, почему не работают для удаленщика еще традиционные средства поддержания? Клиент думает, что он хочет купить работу, но на самом деле никакому клиенту, во всяком случае из тех, с которыми я был знаком, от группы эксплуатации никогда не нужна была работа. Он бы хотел, чтобы никакой работы группа эксплуатации никогда не выполняла. С разработчиками это не всегда так, но, по-моему, тоже в 50% случаев так. Клиенту все равно нужна уверенность в завтрашнем дне. А удаленщик, в отличие от офисного человека, уверенностью не торгует. Во-первых, потому что он по определению социофоб. В удаленщики попадают в первую очередь те инженеры, которым не нужно там поболтать с Машкой из бухгалтерии, подружить с Васей против Николая Александровича, вот, пойти, значит, на обед вместе со всем. Вот те, кто без этого легко обходится, те попадают в удаленщики первыми. Вот. И, во-вторых, удаленщику некогда. Вот, не, все то, в отличие от офисного человека, который пришел в офис, и вот 8 часов он уже отдал работодателю. Он может их потратить на что захочет работодатель. Вот. А все то время, которое удаленщик потратил на работодателя, он не потратил на себя, он не потратил на свою семью, он не потратил на самообразование, он не потратил на отдых. Поэтому у удаленщика, как ни странно, существенно меньше времени свободного. И это было удивительно. Поначалу. Что же делать? Значит, вот нанять менеджера. Как ни странно, для того, чтобы трудовая дисциплина в ситуации с работой с удаленщиками существовала, нужен специальный человек, менеджер, который будет обеспечивать интерфейс между инженером-удаленщиком и нанимателем. Будет, значит, продавать заказчику уверенность, будет покупать у инженера работу. Этот менеджер бывает в штате у заказчика, этот менеджер бывает в штате у команды удаленщиков. Этим менеджером иногда может выступать сам удаленщик, если умеет в голове ролевые модели переключать. Но, тем не менее, менеджер тут обязателен совершенно. Причем тут трудовая дисциплина? Значит, как мы помним, трудовая дисциплина – это делать, когда сказано, то, что сказано, так, как положено, честно и добросовестно, не работает. Вот это вот все не работает, потому что другая целевая функция. Почему не работает? Я чуть-чуть подробнее на этом остановлюсь. Менеджер как проблема. Ничего не знает, не умеет. То есть менеджер не знает никогда, ничто, никак. Он мог бы спросить у инженера, но инженер, скорее всего, до начала исполнения задачи этого тоже не знает. И, к сожалению, менеджеры редко озабочены тем, чтобы поддерживать свой авторитет у инженеров. Ну, тоже не знаю почему. Это какая-то идиотская история. Инженер тоже представляет собой проблему. Тоже вот то, что мы описывали, та трудовая дисциплина не будет работать с инженером. Почему? Потому что он самый умный, он все лучше всех знает. Этим фрустрирует ужасно и менеджера, и заказчика. На самом деле ничего не умеет и не знает. Ну, понятно, да, мы делаем свои, то есть любой инженер делает свою работу всегда в первый раз. Второй раз наша работа никому никогда не нужна. Характер у инженера скверный, и инженер все время приукрашивает действительность. Ну,
заказчик тоже. Вот в цепочке три звена, да, все они вносят свою проблему в поддержание трудовой дисциплины. Заказчик хочет купить уверенность, пытается купить работу при этом. А работа, она не у менеджера. Уверенность у менеджера, работа у инженера. Поэтому заказчик заставляет менеджера все-таки дать ему прямой выход на инженера. А то, что инженер, вот этот вот поток предположений, хвастовства, неуверенности в себе, личных проблем, вот весь этот поток, который достается заказчику от инженера, он способствует не повышению, совсем не повышению уровня уверенности заказчика в будущем. Так что ж такое трудовая дисциплина? Извините меня, пожалуйста, за такой длинный экскурс. Я буду объяснять, то есть мне приходится все это говорить для того, чтобы дальше было понятно, какую именно проблему мы решали с помощью своих электронных средств. Значит, идеальная трудовая дисциплина в такой ситуации. Делать, когда надо. Не когда сказано, а когда надо. Ну, когда надо. Это функция от денег. Да? То есть, когда выгодно, тогда и надо. То, что надо. Надо делать именно то, что надо. То есть, если заказчик заказал, например, новый драйвер для Монги, скорее всего, надо оптимизировать его PHP-код. Нет никакого смысла писать заказчику новый драйвер для Монги, во всяком случае, если ориентироваться на деньги, потому что он за него не заплатит, потому что новый драйвер для Монги не решит его проблемы. Ну вот, понятно, надо делать то, что надо. Вот. И делать надо так, как надо. То есть, когда заказчик с двумя виртуалками по 2 мегабайта оперативной памяти просит себе полный high availability с репликацией оперативной памяти с одного хоста на другой, скорее всего, надо сделать ему обычный фейловер. Один упал, второй отжался. А вот это вот все не надо, то, что он заказал, то, что он в ТЗ написал. И все еще надо делать это честно и добросовестно. Как это сочетается с деньгами, честно вам скажу, я не знаю. Честно и добросовестно это, как бы сказать. Ну, главное не сделать так, чтобы уйти в убыток. А что? Что все это означает с точки зрения трудовой дисциплины для инженера? У нас есть серьезная проблема, у нас есть заказчик, у нас есть менеджер, у нас есть инженер. Что должен инженер, чтобы соблюдать трудовую дисциплину? Инженер обязан информировать менеджера вовремя. Чтобы не было так, что «да мы это уже неделю знаем». Почему вы эту неделю знаете, а я нет? Да потому что ты не спрашивал. Инженер обязан, это часть трудовой дисциплины, информировать менеджера. Инженер обязан информировать менеджера исчерпывающе. Например, «да мы все проблемы решили, а на хосте номер 18». «А на хосте номер 18 мы еще даже не брались». Инженер обязан информировать менеджера достоверно. Про это я скажу чуть позже, почему достоверность это важно и почему она страдает. Еще эта часть трудовой дисциплины, инженер должен давать менеджеру точные прогнозы. Потому что сам менеджер выводов из той информации, которую снабдил его инженер, сделать, скорее всего, не сумеет. А выводы ему нужны для того, чтобы работать с заказчиком. Поэтому да, это обязанность инженера. Дать прогноз. Значит, что еще? Инженер не должен спорить менеджером. Ну, не должен. Менеджер главный, потому что он отвечает за деньги. Инженер не должен спорить с менеджером, когда это не нужно. Инженер должен спорить с менеджером, когда менеджер порит откровенную ересь. Когда нужно, должен спорить с менеджером. А вот это, про достоверность. Инженер должен доверять менеджеру. Менеджер должен вызывать у инженера доверие. И это, да, вопрос трудовой дисциплины. Я сейчас объясню, почему это важно. Дело в том, что вот эта вот ситуация заказчик-менеджер-инженер создает перекос возможности влиять на ситуацию в сторону менеджера. Менеджер держит в руках всю информацию, менеджер держит в руках контакты с заказчиком, инженер оказывается на вторых, третьих ролях. Инженеры этого не любят, но дело даже не в этом. Дело в том, что это просто опасно. Ты можешь лишиться в неожиданный момент своей зарплаты. Организм наш, вот социального существа, не даст нам делать вещи, которые нам опасны. Поэтому, даже не заметив этого, инженер будет скрывать от менеджера информацию. Ну, просто чтобы одеяло на себя перетянуть. Я много раз наблюдал, это очень неприятно. С этим невозможно бороться, если уже ты потерял доверие инженера. Ну или если менеджер потерял мое доверие.
Ну, еще инженер должен сделать всю работу, но это понятно, это не обсуждается. Что делать? Значит, а вот теперь или, собственно, электронные средства поддержания трудовой дисциплины. Как мы двигались к тому, к чему пришли в конце концов. Начали мы с попытки внедрить трекеры учет часов. Мы взяли в руки Redmine, мы всем инженерам объяснили, как это важно, отмечаться во всех задачах. Ничего не вышло. Инженеры активно саботировали слежку. Ну, я помню, что я, когда был инженером, я и сам ее активно саботировал. Создавал там миллион подзадач, в каждую из них писал по 15 минут, задачи разрастали. Ну, вот это вот все делал. Почему? Ну, видимо, это связано с вопросами доверия и безопасности. Особенно глупо, когда это происходит в офисе, потому что там уже все выстроилось по параметру спокойствия руководителя. И вот это вот, вот еще это вот воспринимается как абсолютно лишнее. Но для удаленщики могли бы понимать, но не понимают. Поэтому что? Началось все с утренней планерки. Утренний созвон в 10 утра, что делал вчера, чем займешься сегодня, какие возникли проблемы, вот это вот все. По прошествии лет я понимаю, что это было в первую очередь попытка выстроить мою удаленную команду таким образом, чтобы они обеспечивали мне спокойствие. Такая группа психологической поддержки. Ну, помимо этого была еще польза. Это побудка утренняя, все собрались, все начали работать, ну и информация какая-то поступает и между инженерами, и к менеджеру. Ну, недостатки очевидны. Не остается никаких следов от того, что, о чем мы поговорили поутру. Поймать за руку кого бы то ни было, ни менеджера, ни инженера невозможно, и жрет это страшное количество времени, потому что, ну, там, когда планерка на 10 человек начала растягиваться на полтора часа, стало ясно, что это очень все, надо что-то менять. Поэтому появился на свет документик. Первая наша попытка реализовать электронное средство управления, электронное средство обеспечения трудовой дисциплины. Значит, это очень простая вещь. Не обязательно, то есть, если кто потом скачает презентацию, там будет видно, что там внутри. Это кусок реального документа, двухгодичной давности, по-моему. Или годичной даже, неважно. Важно, что там столбцы по числу инженеров, строки по числу, строки на каждый день две, планы и что сделано. Ну, в общем, довольно удобная вещь. Мы по ней скучаем сейчас. Что, вот очень полезно. Информация представлена наглядно. Если у человека красным покрыт весь его план уже вторую неделю, значит, надо как-то в него поинтересоваться. Может быть, что-то не так. Может быть, он болеет, или, может быть, мы ему выдали задачу, которую не способен решить. Ну и недостатки тоже очевидны этого средства. Отчеты писать совершенно невозможно. Бэклог или... Ну, в самые худшие недели у меня в бэклоге было 80 строк. Они не помещались на одной странице. Или фрустрируется, или ты его начинаешь сокращать, но раз ты больше его никуда не писал, то он просто потерялся. Потерянный бэклог – это, в общем, для менеджера обидно, инженеру наплевать. Так, что? Утренняя планерка с документиками и часами. Когда у нас инженеры привыкли писать документик, мы немножко подзатянули гаечку. Мы сказали, а теперь мы и в планы пишем часы. И мы пишем часы в сделано. Ну и, соответственно, появилась возможность хоть какие-то отчеты строить. Правда, никакие скрипты, которые мы пытались написать для построения отчетов, так и не заработали. То есть материал для анализа какой-то у нас появился, но как только у нас появился материал для анализа и какие-то попытки строить отчеты, мы немедленно обнаружили, что есть проблема. Инженер не успел, забыл, ошибся, приукрасил. То есть вот сделал как раз все то, совершил все те нарушения трудовой дисциплины, о которых я говорил чуть раньше. Но сделать с этим было ничего невозможно, потому что отчет строить долго. Соответственно, менеджер его делал раз в неделю. Ругать человека в понедельник за то, что он облажался в прошлый понедельник, ну, смешно, да? Он только это самое похлопает глазами. Поэтому, в конце концов, вот утренняя планерка с документиком, часами и трекером. Все важное, типа, надо дублировать в документике, там часы надо писать в трекер и в документик. Идиотский совершенно период нашей жизни. Но отчеты в тот момент стало писать удобно.
ну, понятно, да, дублирование информации, перекрестные ссылки, сипулька, то есть когда, да, я написал об этом в трекере написано, что об этом написано в документе это не, ну, вот это вот все. Сипулька, самосипуление, сипуление, самосипулятор, сипулятор, самосипулька. Очень хорошо. Вот утренняя планерка с трекерами часами, когда всех инженеров достало заполнять этот документик, появилось 2 года. Вот 2 года понадобилось нам на то, чтобы наша команда начала нормально работать с трекером. Ну, то есть я считаю, что мы хорошо справились. Вот, это нормальный рабочий процесс. Да, но документика очень не хватает. Ну, тем не менее, пока вот обходимся без него. И все равно, даже, то есть с трекером это стало возможно выяснять каждый вечер, что не успел, забыл, ошибся, приукрасил. Про приукрасил тут есть такой момент. Когда видишь это слово, кажется, что это инженер написал 8 часов там, где он работал 2. Нет. К сожалению, оказалось, что инженер пишет 2 часа там, где он работал 8. Почему? Ну, вот что-то он такое пишет, да, то есть рекорд был, когда один из инженеров все свои выходные на это положил, то есть за 48 часов поспал 4 и записал 1 час. Почему ты это сделал, Дмитрий, спрашиваешь его? Ну, эта задача должна была занять 1 час, если бы я все это знал. Родной, а этому нашему заказчику мне сколько выставить? Выстави 1 час. А тебе, Дима, сколько заплатить? Молчит. Потому что хочет сверхурочных. Да, потому что он, так напиши мне правду, не пишет. Так, хочу здесь немножко остановиться. Интерлюдия. Вот эта схема, она специально на этом экране. Вы ее практически не видите. Это наш процесс. Это самый простой процесс, который только можно придумать. Это самое упрощенное его изображение. Но, тем не менее, вот к чему она здесь? К тому, что процесс даже такой простой, как у нас, в голову человеку, в общем-то, не помещается. Там он разбит на 3 блока, и каждый из блоков я, в принципе, в голове держу. Но вот чтобы удержать его весь целиком, мне нужно перед глазами иметь схему. Это, чтобы вы не думали, что там я просто так плохо схему нарисовал, его текстовое описание. Страница 1, страница 2. Тоже вот кто хочет, может потом почитать. Там нет ничего сверхъестественного. Это очень простой процесс с очень поверхностным его описанием. Вот это описание проблем, которые вот тоже, опять же, вот накидали за 5 минут, где мы вот с этой схемой способны облажаться. Видите, облажаться-то можно в каждом квадратике и в каждой связи. А еще можно облажаться, сделав связь, которая здесь не показана и которой, соответственно, в реальности быть не должно. В общем, соблюдать процесс – вещь неприятная. И вот, собственно, что? Через тернии к звездам. Телеграм-бот по имени Дятел. Призван напоминать тебе о том, что и так собирался сделать. А дело в том, что напоминать инженеру о том, что он делать не собирался, бесполезно. Вот. И уж тем более бесполезно напоминать ему о том, что он делать не хотел никогда. Поэтому вот, ну вот он должен себя вести, чтобы его в полный игнор не поставили, бот должен вести себя тихо. Напоминать вот то, ну, делать так, чтобы инженер говорил: «О, спасибо тебе, родной, дай-ка я и правда запишу что-нибудь». Значит, алгоритм этого бота на слайд не помещается, к сожалению. И тут я не хотел вам его демонстрировать, его сложность. Поэтому я его не стал здесь печатать. Но если коротко, то Дятел инженеру напоминает раз в 15 минут, что уже сутки, как на нем висит задача, в которой он ничего не написал. Значит, почему сутки? Потому что задачи, которые короче, которые срочные, которые там 2 часа, 4 часа, как только сделаешь, их приходится отслеживать совершенно иначе. Я чуть позже объясню, почему. Или о том, что на инженере нет ни одной задачи в работе. Тоже ведь такое, значит, он чем-то занят. Инженер все время чем-то занят, он любит это занятие. Но отметить это в Redmine, это ж надо пойти, вспомнить про Redmine, пойти в Redmine. У Redmine неприятный интерфейс. Ну хорошо, у Jira приятный, но все равно надо вот это вот все.
А поэтому задача оказывается в работе в тот момент, когда инженер собирается отчитаться о ее выполнении. Вот. Наш бот по имени Дятел напоминает мягко так инженеру, что, знаешь, родной, вот хорошо бы уже вот нам сообщить, чем же ты занят. Вот. Это вот он делает сразу, суток не ждет. Значит, менеджеру, менеджер же тоже должен соблюдать трудовую дисциплину, менеджер, Дятел раз в 15 минут напоминает о том, что на нем вообще есть задача. На менеджере никаких задач быть не должно. У нас, правда, в компании так вот неприятно устроено, что менеджеры, то есть роль менеджеров выполняют инженеры. Поэтому на менеджерах есть задачи. Но в принципе на менеджере задачи быть не должно, потому что это не его работа. Вот. Ну и, соответственно, о задачах, которые не назначены никому, это прямая менеджерская работа, на задачи передвигать с человека, с никого на человека, тоже напоминает. А, значит, что? Прямо в чате можно отчитаться о прогрессе. Очень удобно. Мы, наконец, начали получать регулярные отчеты о прогрессе. Не когда задача на неделю и в конце недели отчет за все часы разом, а вот про каждую подзадачку. Если я там напряг волю и декомпозировал задачу до 8 часов, я по каждой из подзадачек наконец-то начал получать отчет. А как только она сделана. Перевести задачу менеджеру-инженеру можно прямо из чатика. Сменить задачи статус тоже прямо из чатика можно. И сменить задачу приоритет. У нас есть такой специальный приоритет «никогда». Вот. Это бэклог. Нет, ну вообще мы пришли к тому, что приоритетов три. Прямо сейчас, завтра и никогда. Вот. Но бот по имени Дятел способен работать со существенно более сложной системой приоритетов. Это его, он же железный. Значит, вот, это важно. К сожалению, вот по этому адресу лежит код Дятла, но лежит старый Дятел в версии альфа, где алгоритм неправильный. Он практически, вот то, что здесь, бесполезно. А раз оно бесполезно, у меня странно повел себя автор этого бота. Я здесь выступал заказчиком и постановщиком задачи, а писал его совершенно другой человек, который все время мне вот говорил вот все то самое, что говорит инженер-менеджеру, когда у него нет никаких электронных средств поддержки трудовой дисциплины. Он говорил мне завтра. А я тоже не очень отслеживал ситуацию, когда мне в пятницу сказал завтра, я понял, что придется читать этот доклад со старой версией бота. Но тем не менее, в open source есть бот, и мы его допилим. Особенно, если вы будете меня пинать. Есть люди, которые думают, что им тоже будет этот бот полезен. Я думаю, что он им будет полезен. Значит, почему? Почему процесс должен поддерживать робот? Потому что ему не скучно. Потому что вот это вот раз в 15 минут просходить к 10 инженерам и спросить, ну как там? Может быть, пора отчитаться? Инженер молчит, ничего не отвечает. Но робот точно так же с улыбкой приходит через 15 минут. Значит, вот, это важно. Почему короткие задачи мы не поручаем боту? Бот отказался от ожиданий. Если мы научим бота отличать задачи на 4 часа от задач на день, то он будет время от времени приходить с вопросом, ну что, наконец, готово? Нет. Он всегда приходит с вопросом, а не готовы ли? Можно ответить спокойно, не готовы, еще 8 часов. Вот. Бот все помнит. Это мне, как инженеру, оказалось чрезвычайно приятно. Я могу больше не вот это вот постоянно зудящее у меня в голове, когда на мне висит 4 проекта или 5, вот это постоянно зудящее в голове муху, что же я забыл. Вот у меня есть робот, он все помнит. Что робот не помнит, того помнить не надо. Очень хорошо. Вот. Роботу все равно. Он не придет. Вот менеджер обязательно в третий раз спросит. То есть в первый раз он спросит, ну как? Во второй раз он спросит, ну как? В десятый раз он спросит, ну наконец как? А роботу все равно. Он спокойно спрашивает дальше. Вот. Почему с инженером должен разговаривать робот? Нет смысла. Вот удивительное дело, нет смысла и менеджеру врать.
Ну, мы все в одной лодке, мы все получаем зарплату из одних и тех же денег, которые капаются к нам из одного и из того же заказчика. Зачем? Зачем говорить глупости менеджеру? И вот это феномен, которому у меня нет объяснения. Почему на тот же самый вопрос боту инженер отвечает честно? То есть потратил 18 часов, еще так с гордостью пишет туда комментарий, но разобрался. Молодец. Вот. Менеджеру он бы сказал, потратил 3 часа, и еще осталось что-то почитать документацию. Ну, нет смысла хамить. Вот, вот эти вот отношения человеческие, инженер-менеджер, это же фантастика. То есть два человека, вроде как они друг к другу даже хорошо относятся, там заигрывают друг с другом на корпоративе, но в рабочей обстановке неожиданно вдруг инженер отвечает: «Отстань от меня, дура». Ну, он, конечно, не так, он иначе формулирует, типа, вы знаете, Александра, вопрос, который вы задаете уже в 10-й раз, в общем-то, не имеет ответа. Ну, он все помнит. Значит, да, менеджер, значит, на самом деле проблема вот эта вот с, вот в этом бизнесе, которым мы занимаемся, удаленная команда инженеров, группа эксплуатации, там все провисает на самом деле на менеджере. И провисает оно на том, что менеджер что-то забыл, не успел. Не успел, потому что, то есть вот это вот еще ни разу не успел, для менеджера не было не успел, это было всегда забыл. А бот все помнит. Ну и опять же, бот все равно. Он не будет перекраивать, рихтовать процесс под представление менеджера о срочном и важном. Он вот, как написано в документации, так он и делает, потому что по-другому не умеет. Так, почему с менеджером должен разговаривать бот? Видимо, я эти два слайда смешал в один и вам рассказал, почему бот должен разговаривать с инженером, почему с менеджером. Ну да, не приукрашивает, не хамит, все помнит, ему все равно. Вот это даже для всех важно. Еще раз, что делает бот? Просто напоминает, он все время напоминает. Вот нет способа от него избавиться. Вернее так, есть способ от него избавиться, но тогда через двое суток об этом узнает твой менеджер, что ты от него избавился. Существенно проще не реагировать прямо сейчас, если ты занят и где-то глубоко, например, в отладке, существенно проще не реагировать на бота, чем на человека, даже если у обоих включены нотификации. И ну, я вот испытал большое облегчение, когда с вопросом «ну как?» ко мне перестал приходить менеджер, а начал приходить ботик. Почему именно Telegram? Да не почему. Можно было бы сделать для Slack, можно было бы сделать для Skype. Ну, можно было бы сделать даже для этого. Не помню. Вот. Для чего угодно можно было бы сделать. Мы сделали для Telegram. Ну, так вышло. Этот робот панацея? Нет. Это очень маленький костыль. Это очень маленький костыль для очень большой проблемы. Но это очень нужный костыль, потому что вот заняться решением вот этой большой проблемы, связанной с поддержанием трудовой дисциплины, мы смогли только когда решили вот эти вот проблемы, связанные с общением. Потому что до того, как мы начали через бота друг с другом разговаривать, мы все время занимались тем, что пикировкой. Ты сделал? Нет, я не сделал. Почему ты не сделал? Потому что я не смог. Почему ты не смог? Потому что я дурак. Нет, ты не дурак. Ты должен это сделать. Нет, я дурак. Ну, вот это вот все. Что дальше? Значит, из электронных средств поддержания трудовой дисциплины. Дашборд менеджера. Это тот самый документик. Хочется, чтобы какая-то программа нам рисовала этот самый документик, раскрашенный, со столбиками, вот это вот все, из Redmine. Ну, мы сделаем это, наверное, через полгода где-то. Вот. Extended Gantt. Значит, в чем проблема Ганта, диаграммы Ганта? В том, что у нее две оси. По вертикали у нас задача, по горизонтали у нас время. И, значит, актуальная точка нашего проекта движется из левого верхнего угла в правый нижний. Очень хорошо для американского менеджмента. В американском менеджменте считается, что ресурсы бесконечны и всегда есть. У нас это не так. У нас запросто весь проект может оказаться заблокирован на одном единственном человеке, который вот обладает уникальной квалификацией. И нанять второго такого мы просто не можем себе позволить, его нет.
В Штатах, говорят, тоже существует эта проблема, но они как-то обходятся, например, немедленно выписывают программиста из Санкт-Петербурга. Вот. Соответственно, нам нужен какой-то такой инструмент, который рисовал бы нам нечто похожее на Гант, но что позволило бы нам удобно задавать зависимости и блокировки между задачами и исполнителями. Это, в принципе, можно делать в Project Manager, но настолько неудобно, что я, например, не справился им пользоваться. Сделаем через год, я думаю. Значит, вот, я много говорил про электронные средства, но хотел бы отметить, что самое важное в моем докладе – это то, что для поддержания трудовой дисциплины основой является доверие. В распределенной команде, в локальной команде это не совсем так, но в распределенной команде для поддержания трудовой дисциплины основой является доверие инженера к менеджеру. Вот. Ничего другого не придумано. Спасибо. Вопросы? Спасибо за доклад. Было отлично. Вопросов, наверное, два. Я правильно понимаю, что формально... Ну, то есть вот на мой вкус, во-первых, Дятел — это такой не доменеджер, он такой помощник менеджера на самом деле. То есть технически то, что он исполняет, это роль менеджера, просто это более... То есть в отличие от менеджера он это делает нормально. Ну, в отличие от менеджера он это делает нормально, да. Ну, хорошо. В отличие от менеджера, он это делает так, что этим можно пользоваться. Менеджером в этой роли я пользоваться не способен. И сам в ней оказаться не хочу. Вот, на самом деле, вот в этой вот секции из трех замечательных конференций, ну, Сули Вейл Райдер и прочее в таком духе, много говорят про всякие вопросы мотивации и прочего в таком духе. Ну, в смысле, вот именно общие цели, там, движение к этому делу. А ты говоришь деньги. Они говорят, вот деньги — это замечательно, но на самом деле вы движетесь к общей цели и вместе ее решаете. Что с этим? Значит, видишь, я прекрасно знаю, что инженеры работают не за деньги. То есть вот те деньги, которые мы им платим, они могут получить завтра в соседней конторе. Мне нужна какая-то целевая функция. Мне нужен способ оценивать результат своего труда. Оценивать результат труда и менеджера, оценивать результат труда инженера. И тут деньги просто удобны. Можно было бы в фишках оценивать. Вот. Просто деньги, они вот как-то уже существуют в этой системе. Я ими пользуюсь. Вопрос в том, как задавали эту культуру. То есть, как бы, на самом деле, вот вся беда, о которой ты говоришь, вот, собственно, культуры нет, катастрофа, культура появилась, хорошо. Вот что посередине? Посередине ежедневные планерки в течение 2 лет. Посередине вот это вот ежедневное. Почему ты не отметил часы в течение года? Я, честно тебе скажу, не знаю другого способа. То есть здесь не работает, вот как в обычном офисе, формат ты делаешь так, поэтому твои подчиненные делают так же. Ну, такой вот метод заражения людей. Да, я объяснил, почему. Потому что вот эта связь разорвана. Человек через Skype не пролезает, твой нервяк. И, соответственно, на той стороне человек не способен под него подстроиться, да и не хочет. Понял, спасибо. Да. Знаешь, есть ряд целых компаний, которые играют по принципу, вот что в трекере написано, как бы, да, ну, по часовой оплате фактически для разработчиков. Да. Вот, и, соответственно, если разработчик плохо ведет отчетность в трекере, ну, не получает денег. Вот. Это очень жестко, но работает. Но все равно административный ресурс нужен огромный на поддержание всего этого безобразия. Видите ли, коллега, я вот ни разу не видел, чтобы это работало. Мы же имеем дело с умными, мотивированными людьми. С людьми, которые привыкли хакать систему. Поэтому, если вы платите за хорошо оформленную отчетность, у вас будет хорошо оформленная отчетность. Да. Можно спросить тогда просто уже?
Да. Что вы делаете с маленькими задачами? Вот вы занимаетесь эксплуатацией, прилетает блокирующий дефект, который надо починить по SLA за час, и... Значит, да. Я знаю на собственном опыте, что разработчику ни в коем случае нельзя назначать более одной задачи в одну единицу времени. Но в отделе эксплуатации это не так. В эксплуатации всегда на инженере будет висеть более одной задачи. Поэтому если у нас есть 4 задачи по 2 часа, мы просто все 4 вешаем на одного инженера. И про всех про них завтра спросит дятел. Я вот повторюсь, что задачи, которые связаны с SLA, мы отслеживаем иначе. Не научили дятла этим заниматься, и этим все еще занимается менеджер, и это все еще с криком, слезами и соплями. Спасибо за честный доклад. Справа, слева для вас. Да. Спасибо за честный доклад. Я просто, может быть, маленький 5 копеек ставлю. Для Redmine есть agile плагин, который можно на него поставить, допилить напильником, и, в принципе, можно пользоваться. Да, это правда, но у нас не agile. У нас никакой из agile нам не годится. Это не канбан. То есть мы не можем работать по канбану. Не может прийти пользователь, снять бумажку с доски, унести к себе, а потом принести и приклеить ее в другое место на доску. Мы так не можем себе позволить. У нас очень многие задачи требуют ручного управления приоритетом. И, в общем, по большей части наши задачи выглядят как «пойди, сделай то, не знаю что». Ну, эксплуатация. Нет. Канбан – это все-таки, когда ты декомпозировал задачу до состояния, когда ее можно делать. У нас это не так, к сожалению. Ну, да. Ну, хорошо. Может быть, я что-то не знаю про канбан. Да, я тебя готов чуть поопонировать на этот счет. Да, спасибо за доклад. Ну, во-первых, про канбан, да. На самом деле канбан — это нифига не так, что. Ну, то есть, так сказать, канбан — это способ, так сказать, структуризации. Если у тебя есть структурированный процесс, он у тебя явно есть. Да. Я его видел. Значит, следовательно, ты можешь, грубо говоря, на каждую фазу процесса нарисовать, значит, полосочку, да, и перекидывать. Да. И это будет like some shit. Там... Другое дело, что какая польза клиенту от этого — загадка природы, но в целом, наверное. Ну, клиент, видишь, тут вообще лишь бы не мешал. Ну, это да. Смотри, вопрос такой. Значит, правильно я понимаю, что дятел напоминает, но как бы через него задачи не ставятся? Значит, ты можешь, если уже задача есть в Redmine, ты можешь ее перекинуть на соответствующего человека с помощью дятла. Просто вот я... Заводить задачи надо в Redmine, да. Просто я тут как бы, не знаю, в область... Компания, ребята из IT-суммы на каком-то митапе рассказывали про то, что они допилили телеграммный клиент, чтобы из телеграммного клиента можно было задачки заводить. Это не очень сложно, просто оно не укладывается в наш процесс. Почему? Потому что у нас, вот, в отличие от IT-суммы, мы немножко с другими клиентами работаем. У нас вот этих мгновенных задачек очень мало. У нас задача, обычно требующая декомпозиции. А сделать декомпозицию в Телеграме, ну, я просто не знаю, как. Ну, главное, что не понять, зачем, окей. Да. То есть, то, что, ну, как бы декомпозиция. Ладно, с этим примерно понятно. То есть, учитывает ли бот тот факт, что у людей бывает рабочее время, и иногда люди спят? Значит, версия бета, которая еще не опубликована, учитывает то, что люди спят, то, что люди имеют выходные. То есть задача, которая последний раз обновлялась в пятницу вечером, заэкспарится в понедельник вечером, а не в субботу вечером. Угу. Вот. Ну, то есть получается, что наверное, опять же, сотрудники типа пришел, сказал, что я пришел, дятлу, значит, ушел, сказал, нет, что я ушел. Вернее так, дятел сам в 7 часов вечера решает, что сотрудник ушел. А у тебя же есть там люди в Новосибирске, там еще где-то, 770 вечера его? В связи с утренней общей планеркой, которую мы все еще не отменили, они живут по московскому времени. Ну, что, бывает. Окей, хорошо, спасибо. Спасибо за доклад с этой стороны. Да, я вот, ну, хорошо... Новосибирских, наверное, можно заставить жить по московскому времени, но у меня есть ребята во Владике, и когда я просыпаюсь, они уже возвращаются с обеда, вот, поэтому планерка там... Я больше скажу, нам очень повезло, что у нас нет ни одного клиента в Штатах.
Ну ладно. Основной вопрос в следующем. Насколько я понял, бот должен устранить, ну, как бы вы попытались с помощью бота устранить конфронтацию между менеджером и инженером, чтобы они не конфликтовали. Ну, не всю, а только вот эту вот запрограммированную конфронтацию, связанную с обменом информацией. Ну, вот это вечное напоминание, когда, да. Что, вот. Да. Окей. Но я не увидел ответа на вопрос, как доверие построить между ними. Знаете, это совсем другой доклад был бы. Я вот слово «электронные средства» вписал в название не зря, чтобы от меня не ждали, что я расскажу, как построить доверие. Я не знаю. То есть с некоторыми инженерами у меня получилось его построить, с некоторыми инженерами вынужден работать другой менеджер, потому что меня они не переносят. Потому что я высокомерный, придирчивый засранец. Спасибо. Спасибо, очень интересный доклад был. Я вот немножко так приземлюсь. Меня заинтересовал 15-минутный интервал пинга инженера. Как вот вы к этому времени пришли и, соответственно, что происходит? Раз 15 минут не ответил, два 15 минут не ответил боту. Ничего. Он в панику не впадает, он просто эскалирует потом. Да, эскалирует он через двое суток. Когда оказывается, что какая-то задача не обновлялась больше двух суток. Вот тут он сообщит менеджеру. Ну а вот в принципе к 15-минутному интервалу не сильно это раздражающий фактор? Вы знаете, 5 бесит, 10 подбешивает, а 15 нормально. В общем, чисто экспериментально так делалось. Да, эмпирическая цифра. Спасибо.